очень сложно вернуть зрителя, который уже, ну, как бы, не скажу безнадежно, но хотя бы частично потерян для кинотеатра. Это проблема контента или это проблема технологическая? Там, неразвитости индустрии, да? Ну, вот кино не приносит кассовых сборов, потому что его не продвигают, например, да? То есть там слабый маркетинг и вообще не задумываются об этом, да? Или это вопрос, ну, уже неинтересное просто, и люди не идут. Это системная проблема. То есть это и проблема маркетинга, это и проблема рекламы. То есть это не продумано. Иногда просто непонятно, для чего они снимают кино. Поэтому это и контент в содержании, и хороший сценарий, и производство технологий. То есть тут очень много. И, конечно, ну, скажем так, количество, если говорить уже о количественных параметрах, тех талантливых людей, которые занимаются кино. Это и актеры, и режиссеры, и продюсеры, и так далее, и так далее.